Гидрокомпания Арука, блин. Совместно с Кинематографист Продакшнс представляет Константинский ниндзя. Я обожаю фильмы 80-х. Большой фанат. И недавно я узнал, что на самом деле у нас очень много преступности. Поэтому я решил, я собираюсь стать казахским ниндзей. Я вижу, что какая-то шпана бьет какого-то задрота. Помогите! Меня нельзя бить, у меня астма. Эй, вы! Я казахский ниндзя. Я должен вас победить. Ой, кто это? Какой-то чушпан. Давайте мы его побьем. Эй, ты клоун. Константинский ниндзя. Так, парни. Я вижу, вы ходите вокруг да около этого синего дома. Я знаю, что вы делаете. Да нет, мы просто так ходим вокруг. Да нет, что вы, мы просто ищем потерянного котика. Котика? Я знаю, что вы имеете в виду, вы ищете наркотики. Вы врете. Ты чё, ебнутый? Я сейчас вызову полицию. Я же теперь видеть не могу. Ты что, совсем поехавший? О, привет, ребята. Я что, добро пустил? Что с твоим глазом, Джонни? Этот придурок кинул мне сюрикеном глаз. Вы что, реально искали кота? Ну да. Ё-моё. Ну чё, достал колёса? Конечно. Спасибо. Если криминал настигнет вас, если вы будете находиться в опасном положении, мы здесь, я здесь, Константинский ниндзя.